искал реализацию вовне, чтоб быть полезным людям и стране. Нашел, осуществил, полезным стал, служил, способствовал, безмерно потакал. И все росло, не ведая преград. Я счастлив был без денег и наград. Казалось, я нашел себя, и вот одна возможность двигаться вперед. Но дальше вдруг и все пошло не так. От государства серия атак. А главное, что как в войне миров пошел распад самих первооснов. За исключением, но эти есть всегда, все коллективы, не разлей вода. Внутри себя да так передрались, не все при этом даже и спаслись. Хирурги, педагоги и врачи вдруг оказались психопуки и рвачи. И если б только это полбеды, с полоборота разрулил туды и сюды. А вот что точно полная беда, сознание вы звери, господа. Потом искал реализацию в войне, нашел всех, победил, возрос в цене. И тут же потерял. Война не мой по жизни идеал. Искал реализацию в вине, нашел, но видно повезло лишь мне. Кто рядом был, никто не оценил. И снова я друзей не сохранил. Я перестал реализацию искать, как все решил жить, можно так сказать. Я решил покончить жизнью сей. А что, когда по жизни одинок, зачем тянуть в ней заточение срок? Реализацию искать лишь для себя, не лучше обрести второе я. Уйти из жизни, так сказать, в миру, и делать ставку на всю свою игру. Казалось, я нашел себя, и вот одна возможность двигаться вперед. А вот, что точно полная беда, сознание, вы звери, господа. Thank you.